Около 6 тысяч калымчан получат ежемесячную выплату в повышенном размере. С 1 февраля она увеличится на 4,9%. Выплата будет доступна всем федеральным льготникам. Это инвалиды, лица, пострадавшие в техногенных катастрофах, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие категории граждан. Набор социальных услуг, входящий в состав выплаты, у всех одинаковый. Сюда входят предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на сумму 933 рубля 25 копеек в месяц. Оплата путевки на санитарно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний в размере 144 рубля 37 копеек в месяц и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 134 рубля 4 копейки в месяц. С февраля 2021 года увеличивается и размер пособия на погребение, которое пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Капитальный ремонт жилищного фонда, вывоз отходов, содержание контейнерных площадок – всю эту работу контролирует департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии Магадана. Основные функции учреждения – координация работ всех предприятий жилищно-коммунального комплекса регионального центра Колымы. Также департамент ЖКХ мэрии реализует и вырабатывает политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства Магадана. Но есть и вопросы, которые должны решать собственники квартир. В этом случае жильцы организовывают общественное собрание. Эта процедура должна проводиться по нескольким вопросам. Это то, что является правом, но также есть и обязанности. Да. У собственников всегда есть обязанность содержать свое имущество. Поэтому ряд вопросов, которые должны быть вынесены на ежегодное собрание собственников, это стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества. Инициатором такого собрания может выступить любой собственник помещения в многоквартирном доме и вынести тот или иной вопрос на повестку дня. Но бывают и ситуации, когда жильцы отказываются от проведения общего собрания. В таком случае проблему решает управляющая компания. К сожалению, либо к радости, законодательством не предусмотрены никакие санкции за отказ собственников принять участие в общем собрании, но ряд вопросов, которые рассматриваются, безусловно, должны быть рассмотрены. И это в первую очередь такой вопрос, как перечень, виды ремонтных работ, работ по содержанию и, безусловно, их стоимость. Но ежегодно управляющие компании, либо лица, которые осуществляют управление многоквартирным домом, должны направлять собственникам предложение. Это по перечню видов работ, услуг, а также их стоимости. И у собственников лежит обязанность принять этот вид работ, перечень услуг, а также утвердить эту стоимость. Специалисты отмечают, что бывают случаи, когда жильцы не могут провести общее собрание или утвердить определенные виды работ. Тогда управляющая компания, которая курирует этот дом, обращается в муниципалитет за утверждением стоимости обязательных видов работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Этим вопросом продолжает заниматься департамент ЖКХ. В рамках рассмотрения таких заявлений от собственников организация утверждает или отказывает в размере и стоимости работ по каждому конкретному дому. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Магадане продолжает снижаться. За последние сутки на Колыме выявили лишь 20 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за весь период отметили 7912 заболевших. С выздоровлением выписали 7356 колымчан. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. В общественных местах специалисты призывают надевать маску, перчатки, пользоваться антисептиком и соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На магаданского таксиста, который приставал к 13-летней девочке, завели уголовное дело. 33-летнего мужчину обвиняют в развратных действиях без применения насилия. А это часть 2 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, днем 22 января 2021 года в Магадане обвиняемый выполнил заказ по перевозке несовершеннолетнего пассажира. Девушка посредством мобильного приложения вызвала такси для поездки по городу. В ходе передвижения водитель стал интересоваться возрастом девушки и, получив сведения о том, что ей всего 13 лет, несмотря на данное обстоятельство, стал вести с ней разговоры на сексуальные темы, интересоваться подробностями ее интимной жизни. В дальнейшем он прикасался к потерпевшей, а также просил продемонстрировать интимные части ее тела. После данного происшествия девушка незамедлительно рассказала об этом своей маме, после чего они сообщили о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по городу Магадану. По словам сотрудников ведомства, благодаря тому, что девушка и ее мама оперативно обратились в органы, злоумышленника удалось найти. Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение, а в суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Следственное управление убедительно просит родителей и законных представителей детей незамедлительно сообщать о совершении преступлений в отношении несовершеннолетних в правоохранительные органы. За прошедший год количество краж с банковских карт возросло. Магаданский городской суд рассмотрел более 20 таких дел. Преступники пользуются бесконтактной картой, совершают покупки на сумму, которая не превышает 1000 рублей. Чаще всего деньги снимают через банкомат, когда потерпевшие сами сообщают пин-код. Хочется отметить уголовное дело, рассмотренное в минувшем году, по которому потерпевший мужчина попросил лиц, причем уже ранее судимых, приобрести ему продукты питания и предоставил свою банковскую карту и пин-код карте. Воспользовавшись данными карты, злоумышленники с помощью банкомата обналичили 30 тысяч рублей, которые присвоили. По словам сотрудников ведомства, такие случаи не редкость. Характерный пример – кража крупной суммы денег через личный кабинет банка. Характерным примером такого рода преступлений также является уголовное дело, по которому потерпевшая жительница города Магадана обратилась к женщине с просьбой помочь ей совершить несколько операций в личном кабинете банка, предоставив ей конфиденциальную информацию о своем банковском счете. Воспользовавшись этой информацией, злоумышленница обналичила более 400 тысяч рублей, на которые приобрела автомобиль. Несмотря на то, что виновные получили реальные сроки, виртуальное мошенничество процветает. Часто мошенники работают и в сфере интернет-покупок. Совершают такие преступления из-за действий самих потерпевших. Что же делать, чтобы обезопасить себя и близких? Первое – это никому не передавать свою банковскую карту и данные своего банковского счета. Следующее – при поступлении звонка от лица, которое представляется сотрудником банка, прервать разговор и обратиться в ближайшее отделение банка. Не переводить ни в коем случае свои денежные средства на якобы защищенные банковские счета. Также нельзя сообщать посторонним лицам код из СМС и не переходить по интернет-ссылкам, которые вам прислали незнакомцы. Кроме того, не стоит покупать товары с непроверенных сайтов, особенно тех, где просят предоплату или полную оплату. Напомним, за такие преступления Уголовным кодексом предусмотрено до 6 лет лишения свободы. Одобряют ли жители областного центра запрет на продажу алкоголя в магазинах, которые расположены в многоквартирных домах? Такой опрос запустили на портале «Открытый Магадан». Напомним, законопроект опубликовало правительство Колымы. Согласно ему, торговля в магазинах, которые находятся в жилых домах, будет запрещена. Если выпадет сегодня из товарооборота вот эта масса алкогольной продукции, то предприниматели не смогут получать, конечно, той денежной массы, на которую они рассчитывают. А если предприниматели не смогут получать хороший доход, то они закроют свой бизнес. Соответственно, отметил Юрий Гришан, люди потеряют рабочие места, а бюджет – налоги. Также магаданцы не смогут купить необходимые продукты питания рядом с домом. По словам градоначальника, из-за пандемии предприниматели и так потерпели убытки. И чтобы ситуация не повторялась, решение должно быть хорошо обдуманным.